Пожар на территории хладокомбината в строительном переулке начался примерно в 20:05. Там произошло возгорание офисного помещения. Пожарный расчет прибыл в течение 10-15 минут. В итоге пожар был оперативно потушен. О погибших и пострадавших не сообщается. А через час задымилось здание Дома культуры в Дагомысе на Батумском шоссе. К тушению были привлечены 14 человек и 5 единиц техники. Возгорание произошло на чердаке, где после ремонта хранились ненужные вещи и деревянные материалы. Пострадавших нет.